Это сад осьминогов. Крупнейшее известное скопление осьминогов на планете. Здесь тысячи животных, которые собрались в одном месте на глубине 3200 метров от поверхности океана. Сад раскинулся у побережья Центральной Калифорнии, и, несмотря на название, люди не имеют к его появлению никакого отношения. Впервые исследователи обнаружили 1000 осьминогов, гнездящихся на глубоком морском дне, в 2018 году. И тогда это шокировало людей по всему миру. Ученые потратили на изучение несколько лет, и вот, наконец, смогли во всем разобраться. А разбираться было в чем. Максимально ненавязчиво. Напоминаю тем, кто забывает поставить лайк, поставить его прямо сейчас. Просто жми, и осьминоги в этом саду находились в очень странных позах. Были ориентированы вверх ногами, перевернув конечности и сложив их вокруг тела. Как будто их вывернули. Ученые зафиксировали 5718 осьминогов на территории площадью 2,5 гектара в центре сада осьминогов. По оценкам команды, общая численность населения сада площадью 333 гектара может легко превысить 20 тысяч особей. Также выяснилось, что эти глубоководные осьминоги вида Mus octopus robustus мигрируют в сад, чтобы спариваться и гнездиться. То есть в этом месте животные занимаются только продолжением рода. Ничего больше они не делают. Но начинается все с того, что и самцы, и самки осьминогов приплывают в сад. Самки ищут теплое место для гнездования, чтобы отложить кладку из примерно 60 удлиненных яиц колбасной формы. Во время высиживания матери прикрывают яйца своим телом и защищают от хищников, подползающих слишком близко. Именно поэтому самки и выгибаются так странно. Это поза обороны. В процессе высиживания самки живут за счет запасов из собственных тканей, одновременно ухаживая за развивающимися яйцами. Стоит сказать, что сад, найденный в Калифорнии, крупнейшее подобное скопление осьминогов из когда-либо обнаруженных учеными. То есть, в принципе, существуют и другие подобные сады, их еще называют питомниками, потому что осьминоги занимаются там разведением потомства. Так вот, еще один питомник нашли недалеко от побережья Коста-Рики, но находка в Калифорнии все равно поразила ученых. Во-первых, из-за количества особей, а во-вторых, осьминоги обычно одиночные существа, предпочитающие прохладную воду. Все, что происходило на дне, никак не сочеталось с уже известной информацией. Эти осьминоги сидели в гидротермальном жерле, и тепло этого жерла ускоряет развитие яиц. Тут все просто. Чем холоднее вода, тем медленнее растут эмбрионы. Так вот, исследователи, наблюдавшие за садом, ожидали, что при температуре в бездне, близкой к нулю, яйца осьминога вылупятся через 5-8 лет, если не позже. Однако вместо этого осьминожки появились на свет менее чем за 2 года. Тепло термальных источников усилило метаболизм самок осьминогов и их детенышей, сократив время, необходимое для инкубации. Обычные 5-8 лет несут за собой слишком много рисков для потомства. Превратиться из яйца в осьминога – задача не из простых. Такие большие скопления осьминогов, как сад, привлекают хищников. Рядом с гнездящимися самками живет богатое сообщество беспозвоночных, которым, конечно, выгодны не вылупившиеся яйца и уязвимые детеныши. Особенно с учетом того, что на большой глубине не так уж много еды. А ведь еще существует угроза травмы и инфекций. Короче, сложно быть маленьким на морском дне. У матери есть ограниченное количество времени, чтобы защищать яйца, потому что ее собственные запасы организма истощаются. Чем дольше осьминожки вылупляются, тем больше вероятность, что защитница просто не дотянет. Но чем короче период высиживания, тем больше шансов у детенышей на выживание, а у их матери больше времени, чтобы их защитить. Ускориться – отличная идея. Кстати, по другим данным, инкубация в местных условиях без подогрева вообще должна длиться от 5 до 10 лет, а то и дольше. То есть то, что детеныши в саду справились за 2 года, ускорило их развитие в 5 раз. Это как если бы человеческая беременность длилась меньше 2 месяцев вместо 9. Надеюсь, когда-нибудь такое будет возможно. И тут кто-то, возможно, захочет спросить, а как у ученых вообще получилось все это изучить на такой большой глубине, да еще и в течение долгого времени? У них что, тоже есть Стив? Что ж, спасибо современным технологиям. Исследователи установили на дне камеру, которая делала снимки, а отличали осьминогов друг от друга по шрамам и другим особенностям. Так получилось выяснить, что все особи в саду были взрослыми самцами и самками репродуктивного возраста. Их количество увеличивалось, но вокруг не было ни детенышей, ни молодежи. До тех пор, пока не вылупилось потомство. А теперь, пожалуй, самое время разобраться, откуда в саду вообще взялась повышенная температура, которая смогла ускорить развитие осьминожьего потомства. Напомню, он расположен на глубине 3200 метров ниже поверхности океана, на небольшом холме недалеко от подножия подводной горы Дэвидсон. И именно гора тут играет ключевую роль, потому что она — потухший подводный вулкан.
Температура окружающей воды составляет 1,6 градуса Цельсия. Очень холодно. Однако в саду осьминогов ситуация другая, и вода здесь прогревается аж до 11 градусов по Цельсию. Когда исследователи впервые обнаружили сад осьминогов, они наблюдали то, что назвали «мерцающей водой». Это явление возникает, когда смешиваются теплые и прохладные воды, что позволило предположить, в этом регионе есть ранее неизвестные термальные источники. Дальнейшие исследования, проведенные учеными, подтвердили, что гнезда осьминогов располагаются в расщелинах, омываемых гидротермальными источниками. То есть для высиживания яиц самки выбрали себе самые теплые местечки. Как вообще работают гидротермальные источники? Все просто. Вода, просачивающаяся под морским дном, забирает тепло из мантии Земли, а затем выводится наружу из вулканических пород, таких как вулкан Дэвидсон. В отличие от гидротермальных источников, которые образуются на гребнях хребтов и выбрасывают шлейфы горячей воды, которые легко заметить, эти термальные источники по-настоящему загадочны. Они извергают теплую воду, которая рассеивается всего в нескольких метрах над дном, поэтому их очень трудно найти. Это возможно только благодаря тому самому слабому мерцанию. И на самом деле осьминогам в саду повезло, ведь температура там получилась оптимальной. На дне существуют настолько горячие источники, что помести самка осьминога туда яйца, они бы очень быстро сварились вкрутую, если такое выражение, конечно, можно применить к яйцам моллюсков. В то же время холодная вода для осьминогов, вне зависимости от их возраста, это гарантированный тормоз. Все потому, что осьминоги — экзотермы, или хладнокровные животные. Температуры глубокого моря замедляют их метаболизм, то есть химические реакции, которые протекают в клетках. Если говорить простым языком, это то, как организм извлекает энергию из окружающей среды и использует ее в своих целях, включая рост, развитие, размножение. Короче, энергия идет на всякие нужные штуки. Чем быстрее процессы метаболизма, тем больше энергии может получить организм. В случае с осьминогами, эта энергия, которая становится больше в тепле, тратится на развитие потомства в яйцах. И чем ее больше, тем быстрее осьминоги появляются на свет. Но, конечно, у всего есть свои пределы. Нельзя еще сильнее повысить температуру и надеяться, что осьминоги ускорятся настолько, что вылупятся через неделю и сразу взрослыми. Согласно результатам исследования, проведенным с осьминогом вида Octopus maya, если температура воды выше 27 градусов по Цельсию, то самки вообще перестают откладывать яйца. А если они успели отложить несколько, то эти яйца погибают через несколько дней. Как и большинство других головоногих моллюсков, обитатели сада осьминогов умирают после размножения. Самцы сразу, самки, когда высиживают своих детенышей. И такое количество мертвых животных в одном месте — просто праздник для падальщиков. Шведский стол. Еда у них будет в любом случае и всегда. Не бывает такого, чтобы каким-то самкам, например, повезло пережить одно размножение, и они зашли на второй круг. Все время, пока происходит высиживание, а это, напомню, целых 2 года, самки не охотятся. Они вообще не едят и держат только на том, что уже успели накопить до стадии своего материнства. А тем временем окончание высиживания ожидают беспозвоночные. Вот на этих кадрах, например, видно, как актиния поедает мертвого осьминога. Дождалась, значит. Вообще, самоуничтожение самок осьминогов, вне зависимости от вида и места обитания, тема, которая очень интересует ученых. Многие виды животных умирают после размножения, но у матерей осьминогов это выглядит как-то особенно тревожно. Мало того, что самки перестают есть, некоторые из них еще и стремятся закончить жизнь любым доступным способом. Самка, которая выполнила свой репродуктивный долг, может биться о камень, рвать на себе кожу и даже есть куски собственных щупальцев, выглядит как полнейшее безумие. Теперь исследователи обнаружили химические вещества, которые, похоже, контролируют это поведение. После того, как осьминог откладывает яйца, в организме начинаются изменения. Увеличивается выработка стероидных гормонов, а затем происходит биохимический сдвиг, который и становится приговором. Но это, пожалуй, тема для отдельного видео, а мы лучше вернемся в сад. Таймлапс-камера показала, как гнездящиеся самки отталкивают в сторону туши мертвых осьминогов, чтобы падальщики не приближались к их яйцам. Но им и без того хватает добычи, хотя никто на такой глубине не отказывается от еды. В морских глубинах пища скудна, и ничто не пропадает даром. Крупные падальщики, такие как гренадеры, ошибневые, трубачи и морские анемоны, пируют останками осьминогов. И, наверное, чувствуют себя абсолютно счастливыми, потому что в саду на 72% больше еды для падальщиков, чем в водах вокруг. Все эти падальщики, в том числе рыбы, креветки, морские звезды и улитки, образуют процветающую экосистему, поддерживаемую мертвыми осьминогами. Неподалеку, в аналогичных участках каменистого морского дна, животный мир гораздо менее разнообразный, да и плотность населения поменьше. Но вот детеныши вылупляются и отправляются выживать и взрослеть в другое место.
Самка погибает, ее съедают падальщики. И на место сразу же приходит новая самка. Помните, да? Для гнезд выбирают щели, где особенно тепло и комфортно, а их количество в любом случае ограничено. К тому же, какими бы умными ни были осьминоги, они вряд ли станут переживать, что на этом самом месте кто-то умер. Дикая природа жестока. У нее одна цель – сделать так, чтобы потомство появилось на свет, и все остальное неважно. Начинается новый цикл. Еще некоторое время назад ученые думали, что подобные скопления осьминогов – что-то вроде исключения из всех осьминожьих правил, огромная редкость. Но в последние годы сады находят все чаще и чаще, причем не все они расположены рядом. Похоже, это более распространенное явление, чем можно себе представить. На сегодняшний день исследователи задокументировали 5 глубоководных питомников осьминогов. 2 у побережья Центральной Калифорнии, 2 у побережья Коста-Рики и 1 рядом с островом Ванкувер в Канаде. Первый открытый питомник обнаружился как раз в Коста-Рике в 2013 году. Скопление более 100 осьминогов находилось в гидротермальном источнике, расположенном примерно в 160 километрах от Тихоокеанского побережья Коста-Рики на глубине 3000 метров. Эти осьминоги тоже высиживали яйца, но ни одна кладка не выжила. Вторым питомником стал наш, о котором мы говорим все видео, возле вулкана Дэвидсон. Затем, в 2019-м, неподалеку от сада осьминогов нашли еще один. Ну, как неподалеку, в 17 километрах. Для осьминогов это расстояние приличное. И вот, совсем недавно, в 2023-м, ученые открыли новый питомник в Коста-Рике, а затем другой в Канаде. На последнем питомнике даже хотелось бы остановиться подробнее. Там все началось с пузырьков метана, которые поднимались с морского дна, разрывая его. Этот процесс создает карбонатные породы, которые затем становятся средой обитания для животных. И здесь достаточно холодно, однако именно эти места выбрали для выведения потомства осьминоги вида Гранилэдония пасифика. По интересному стечению обстоятельств, именно этим глубоководным животным принадлежит самый продолжительный период высиживания. Самка ухаживает за своим гнездом в течение 4,5 лет. Возможно, герои нашего сегодняшнего ролика бы побили этот рекорд, если бы не потухший вулкан, который их разогрел. Самое интересное, что ученые пока понятия не имеют, как осьминоги вообще попадают в свои питомники. Возможно, они случайно натыкаются на будущий сад и решают, что это отличное место. Либо находят его, запоминают, а затем возвращаются, когда приходит пора размножения. Остается загадкой, в том числе, как далеко осьминоги мигрируют к местам гнездования и возвращаются ли они, как лосось, в то место, где родились. У осьминогов хорошее обоняние, и они могут следовать за запахом, исходящим от многих своих мертвых родственников. Да, даже если их уже съели какие-нибудь актинии. Кажется, что такие места определенно нуждаются в защите. И действительно, подводная гора Дэвидсон и ее сад осьминогов охраняются как часть национального морского заповедника Монтеррей-Бэй. Изменения климата, рыболовство и добыча полезных ископаемых угрожают глубоководным районам. Защита уникальной среды, в которой глубоководные животные собираются, чтобы прокормиться или размножиться, имеет решающее значение. Но, конечно, чтобы правильно организовать защиту, сначала нужно тщательно изучить сад. Ученые как раз в процессе, потому что, несмотря на все проведенные исследования, там еще много интересного. Сегодня на территории заповедника запрещен поиск и добыча нефти, газа или других полезных ископаемых, а также бурение, любое углубление дна, размещение построек. Нельзя также бросить судно, которое случайно сядет на мель в этой области. Поставить на якорь корабль и уйти тоже нельзя, и тем более оставлять на борту брошенного судна какие-нибудь вредные вещества. Просто вещества также нельзя выбрасывать. Нельзя взаимодействовать с местными видами, привозить неместные, привлекать белых акул, передвигаться на моторных лодках и даже летать слишком низко над водой. Это далеко не полный список. Кажется, лучше вообще не появляться в той зоне, чтобы случайно что-нибудь не нарушить. Потому что следят за выполнением всех имеющихся правил в заповеднике очень серьезно. На территории проводят наземное, воздушное и морское патрулирование. Охрана защищает территорию, используя маленькие лодки и большие патрульные корабли, а рейнджеры контролируют буквально все. Большинство отдельных нарушений, как правило, ограничиваются небольшими районами и происходят в течение короткого времени. Однако некоторые виды нарушений происходят часто по всему заповеднику. Например, преследование морских млекопитающих или птиц. Людей не останавливают даже наказания. Нарушение правил заповедника карается гражданскими штрафами в размере до 140 тысяч долларов за день нарушения. Помимо штрафов, нарушители могут обязать оплатить расходы на ликвидацию последствий того, что они сделали, и восстановление окружающей среды. Любое имущество, связанное с нарушением, например, лодки, оборудование, инструменты, может быть конфисковано в ожидании судебного разбирательства. Во многих случаях нарушение правил заповедника влечет за собой нарушение других федеральных законов и законов штата, а это еще штрафы, возможная конфискация имущества, задержание и даже уголовное преследование.
Кстати, вмешательство в расследование или работу сотрудников правоохранительных органов на территории заповедника тоже является уголовным преступлением. И как только ученые не побоялись исследовать осьминогов. Сила науки, что тут скажешь? Про лайк не забыл? А я говорил. Говорил? До скорого.